Любимую жену Татьяну Генриховну Жих из города Новогрудка с 50-летием поздравляет муж Василий. «С днем рождения тебя поздравляю и хочу в этот день пожелать, чтоб светила всегда звезда счастья и не смела вовек угасать. Я желаю здоровья, успехов, чтоб любовь твоя светлой была, чтобы люди тебе улыбались и река твоей жизни текла. Я желаю тебе не встречаться с горем, разлукой, изменой и желаю всегда оставаться доброй, красивой и верной». Красивая моя, я рад, что мы с тобою повстречались, бродили где-то рядом ты и я, и вот две траектории сбежались, сошлись наши тропиночки в одну красивую широкую дорогу. Благодарим теперь свою судьбу и повторяю вместе слава Богу. Я снова подарю тебе цветы, пускай сегодня это будут розы. Они тебе расскажут о любви, про море шум и крепкие морозы. Я радуюсь, что ты со мной сейчас, и днем, и ночью, летом и зимою блестят искринки твоих карих глаз. Печаль и радость делим мы с тобою. Идут года, вращается планета, снежинки падают и вновь цветы цветут, и всем хватает солнечного света, и люди вечно что-нибудь поют. Спасибо, моя женщина родная, когда ты рядом, на душе тепло. Я знаю, мне нужна одна такая, лишь от твоей улыбки мне светло. Я снова подарю тебе цветы, пускай сегодня это будут розы. Они тебе расскажут о любви, про море шум и крепкие морозы. Я радуюсь, что ты со мной сейчас, и днем, и ночью, летом и зимою блестят искринки твоих карих глаз. Печаль и радость делим мы с тобою. Тебе цветы, пускай сегодня это будут розы. Они тебе расскажут о любви, про море шум и крепкие морозы. Я радуюсь, что ты со мной сейчас, и днем, и ночью, летом и зимою блестят искринки твоих карих глаз. Печаль и радость делим мы с тобою.